Всем большой привет, канал Багрутство для наших. Ну, в общем, решил я перезаписать видео по транспорту. Как мы будем фармить транспорт. Главное, чтобы я ничего не забыл, так как я делал это давно, но пообещал. Все, я пустой, как говорится, с самого начала показываю, потому что там я в тех видео, они были у меня и без звука, и спешил что-то, только учился. Ну, и сейчас учусь, как говорится. Ну, давайте, погнали. В общем, первым делом, что делаем? Вы должны отключить сеть, должна у вас флешечка стоять. Я сейчас сеть не отключал, для того, чтобы были показаны вам некоторые моменты. Вообще вы сразу сеть отключили, потому что у вас будет фармиться намного быстрее, возобновляться ваш ресурс. Ну погнали, что получится, то получится. Хотел записать сразу два видео в одном, не знаю по времени, сколько это займет. Просто как бы не все любят смотреть длинные видео. Ну, как постараюсь, как говорится, пойдет. Ну что, начали. В общем, я сейчас в сети, не забывайте. Если я буду не в сети, внизу будет и монет меньше, все. И получилось так, что мне пришлось с другого профиля все это начинать, так как в том профиле я чуть-чуть испортил себе моменты одни. Так, ресурсы. Что у меня тут по ресурсам? Ну, вы как можете засекать, что вам идет прибавление, то есть транспорта. Вот это вот постоянно загрузка. Так, в общем, по транспорту вы можете вот здесь засечь. Допустим, видите машины, да, сделайте скриншот и приблизительно будете видеть, что у вас прибавляется. Но я этого делать не буду, все, мы сеть выключили. Так, погнали дальше. Ох, как переживаю, главное, чтобы не забыть все. И нажал я внешние задания, неправильно. А, еще подсказочка, сейчас подождите, выйду. Заходите в рейтинг ЧВК, вот почему я еще отключил сеть. Когда нажимаете недельную лигу или еще что-то. Ну, там, короткую лигу. Можете выбрать любого игрока, какого хотите. Там, можете более мощнее, более там не мощнее. Главное, нажмите треугольник. Я раньше этого не знал. Нажимаем треугольник. И вам здесь показывают. Смотрите, допустим, еще здесь вы можете проверять. Вот, транспорт. У меня написано 6071. Вообще, вы должны его собрать 14 тысяч. Ну, кому это интересно. Вот, вот тут оно, можете смотреть, с кем, у кого у вас больше, чего вам не хватает, также по боевым машинам, волкерам, т.д. и т.п. Ну, тут вы уже смотрите, там, сколько у вас солдат, чего, вот также зенитные орудия, минометы, пулеметы, все это из зенитных, там должно быть тоже, то ли 60, то ли сколько, я сейчас скриншот у меня есть, но я его сейчас не смогу показать. Полетели дальше. Значит, что мы делаем? Я здесь сразу выбираю задание, где больше всего машин. Ну, то есть 4 машины я собираю. Это у нас будет миссия. Погнали потихонечку. Про разведчиков. Спасение разведчиков. 17-я миссия. Все, полетели туда. Принимаем это задание. Ну, здесь же и высаживаемся. Так, теперь полетели дальше. Смотрите, у меня все прокачано. Там вы уже будете на свой страх и риск. Ну, у кого что есть, так скажем. Я выбираю сразу более такое, что у меня более мощное. Все поняли, да, где это находится? Так, ну пошли. Собаку я беру всегда с собой. На расход ресурсов не смотрите. Все это поправляемо. Так, выбираю основное. Ну, я беру уже прокачанную свой оглушающий. Вот кто-то увидит, ой, там 189 ценных металлов, все это ерунда. Здесь я сейчас возьму для второго задания на всякий случай, потому что не знаю, хватит ли у меня сил туда, быстро это будет или нет, я беру еще вот эту вот винтовочку. То есть у меня есть, она не очень такая мощная, я взял, но она у меня до конца прокачана, все, я ее беру. Взяли. Вспомогательная. Ну, вспомогательная здесь кто как. Я особо тут не заморачиваюсь, пистолетом практически не пользуюсь. Так что возьму самое поменьше. По минимуму, как говорится. Оружие поддержки. Так, ну гранаты, ничего нам не надо. Тут не усыпляющих, это ничего не пригодится. Так что я это проскакиваю. Вот здесь уже понеслась. Что у меня тут есть? У меня есть система ПТ, она коротковатая, как говорится, быстро заканчивается. И маскировочная система. Пожалуйста, не задавайте вопросы, где ее, как ее взял, все там видео есть. Смотрите, ищите, потому что некоторые моменты уже забываются со временем. Так, я выбираю маскировочную систему ПТ. Ой, ну, маскировочную систему. И беру еще систему ПТ. Но это я больше беру для второго задания, где, если я полечу в Брагу в аэропорт. С
стараюсь ничего не забыть. Так, по инструментам, конечно, Fulton обязательно. Так, что у меня тут в этом профиле еще, кажется, так. У меня просто в одном бинокле не было. Все, бинокль я так, на всякий случай беру. Ну и, конечно же, выбираю персонажа. Персонажа я сейчас беру... Вы можете взять ботаника там по ходу пьесы, можете еще какие-то другие ресурсы. Ботаник, он на 25% больше собирает растений, так что кому это надо. Я возьму Снейка. Снейка я одену... Давайте даже ему вариант головы просто так сделаю. Так, Снейка я одену. Камуфляж не надо. В общем, у меня все прокачаны. Смотрите, у кого не прокачано, берите спортсмена, которые быстрее бегают. Ниндзю можете взять, еще кого-то. А так как у меня есть этот, как его, вот видите, можно киборг ниндзя взять. Я возьму Райдена. У меня Райден тоже прокачан. То же самое. Опять же, вот эти вопросы по Райдену. Все читайте, все в интернете есть. Как, что искать? Я просто показываю, как бы у меня тоже все собрано. Райден был наверху, я так понял, проскочил его. Райден, потому что, ну, мне нравится Райден, он больше быстрее бегает. Как бы поэтому я его хватаю. Это у нас что? Я уже забыл, что это за костюм. Ага, хоть посмотреть, вспомнить. Боевая форма, Solid Snake, киборг. Что-то не понял, а где у меня Райден? Прикольно. А у меня что, в этом... Слушайте. А у меня, походу, в этом профиле я-то не все прошел, поэтому у меня Райдена нету. Так что вот так вот я немножечко понтанулся. Он у меня в другом профиле. Или я не заметил? Если не заметил, нет, вот это что? Так, а, ну тогда я возьму, как я и говорил, что у меня есть ниндзя. Я просто посмотреть еще хочу, ага. Ниндзя будет такой же. Так, вот он, киборг-ниндзя. Но он, по крайней мере, быстро бегает. Да, не очень симпатично, но, по крайней мере, он, значит, быстрее разрабатывается. Так, обидно. Райдена там надо что-то пройти, там то ли все эти побочки, то ли еще. В общем, не буду врать, не помню. В общем, в этом уровне у меня его нету. Так что такие дела, как я и сказал. Кстати, спортсмена я тоже не видел. Можно было и спортсмена переодеть, но неважно, этот тоже будет быстро бегать. Вроде все объяснил. Ну что, погнали. Еще раз я так для себя. Может, неужели я что-то думал, что у меня Райден есть. Прикольно. Ладно, неважно, но нету и нету, все, есть у нас киборг-ниндзя, он тоже бегает. Там, кстати, должно быть написано, маскарадный костюм киборг-ниндзя увеличивает скорость бега и дальность прыжков. Все, видите, все написано. Ну давайте, погнали, начинаем миссию. Ну я по привычке так, еще раз по оружию все взял, система ПТ маскировочная, вроде бы больше ничего не надо. Все, начинаем миссию. Ну, пожелаем удачи всем. Как мы будем это делать? Когда давно видосы не скидываешь и чуть теряешься. Мне пришлось YouTube-канал чуть привязку сделать со второго профиля. Там у меня был просто на другой канал подписан. Вот, все, значит, у нас сеть отключена. Ну, это для вас, как бы, чтобы вы знали, как мы будем отменять, как будем применять. Там главное не путаться, если будет Брага, аэропорт. Там, чуть, там, допустим, отмена задания. Здесь надо будет задание заново начинать. Все, вот оно, спасение разведчиков, 17-я миссия. И вот здесь у нас будет 4 машины. Разницы нету, будет это грузовик. Или просто УАЗик, как я называю, там, легковушка, как говорится. Без разницы, оно идет в общее количество, считается. Так что не парьтесь. Жалко, я не могу сейчас посмотреть, сколько у меня по времени там. Уже сколько по времени? Ой-ой, чуть не остановил запись. 9:14, вот неохота. Чтобы много времени. Думаю, все-таки, да, буду, наверное, задания по отдельностям скидывать, чтобы не очень много времени занимало. Я ориентируюсь как? Я включаю... Здесь сразу, во-первых, перезаряжаю. Сейчас колесики нарисуются, и я уже могу включить ПТ. Ой, маскировочно. Что ж я это ПТ? Все, включаю и спрыгиваем. Погнали. Все, видите, он, ну, честно скажу, вот мне кажется, он чуть-чуть медленнее Райдена бегает. Так, пошли ресурсы. Не парьтесь, вот там у нас самая дальняя машина стоит.
Ресурсы мы насобираем. Можете по второму видео или сюда я вложу его. Попытаюсь и так снять. Там дособираете. Сейчас проверим. Вот Райден, они даже выехать не успевают. Ага. Все отлично. Перезарядились. Украли машинку. Полетели за второй. На этих не обращайте. Слева там миномет есть. Ну, можете этого уложить, чтобы он вас не засек. Хотя он нафиг не нужен. Потом сзади поедет еще одна машина. Сейчас вы увидите, что уже эти две машины к вам прилетят. Потому что здесь будет контрольная точка. Не забываем про контрольные точки. Кто хочет чего-то большего, вот туда прямо, где я возьму сейчас вот этот легковушку. Этот УАЗик, там не УАЗик, тут это африканская, кажется, машинка. Там вот дальше прямо еще будут и ресурсы, и еще что-то. Кто хочет позаморачиваться, то можете дальше пробежать. Вот здесь вы ее взяли. И все, погнали обратно. Сейчас, пока вы бежали, там уже подъедет грузовичок. Вон он уже едет. Можете делать, как вам удобнее, что удобнее. Ну, там тоже также есть ресурсы. Я уже не буду говорить, что там они опять возобновятся, не возобновятся. Вот. Все вышли на охоту. Типки. Ну, сейчас мы этого завалим. Я не убиваю их, просто глушу и все. Спокойно. Забрали четвертую машинку. Побежали на точку сохранения. Точка сохранения и там, и вот там сзади, неважно. Видите, здесь маскировочная у меня полностью дает. Вот сейчас мне покажут, что эти пролетели на базу. Все, контрольная точка пройдена. Нажимаем начать задание заново. Не путайтесь, потому что в аэропорту Брага надо будет отмена задания, а здесь начать задание. Все, начинаем задание. Ну, не буду много там слишком этого делать. Морочиться, заморачиваться. Я все думаю, скорее бы, наверное, попробую все-таки второе сразу задание, где вы можете ресурсы пополнить. Про них тоже не забывайте. Сейчас вы увидите, как я их пополняю. А там уже будет попроще с контейнерами. Кому что непонятно, задаем вопросы. Все, я как всегда отвечаю. Все. Где-то что-то могу пропустить. Так что это сорян-масорян. Я такое умею сделать. Я вот без подготовки сел, время быстренько выбил. Нашлось времечки, и я решил это скинуть. Все, то же самое все будет. И так вы можете до бесконечности. Раз 10, 20, сколько вам надо, чтобы побыстрее набрать ресурсов. Потом, когда вы набрали, сейчас вам покажу. Ну, допустим, вы 10 раз пробежались по этому заданию. У кого есть PS Plus, ну, подписка, можете туда скидывать. Но я все-таки страхуюсь и скидываю на флешечку. Все, прыгаю. Все будет то же самое. Также все появятся машинки. Допустим, я вот это 10-й раз бегу, да? Так скажем, приблизительно. Ну, это говорю, смотря кому как надо. Будет удвоение транспорта, когда вы будете делать то, что я вам подскажу. Это, как говорится, не пиратство, ничего, это все нормально, это наш Кодзимушка, вечно хитрый мужичок, гений наш гениальный, все это придумал. Видите, собака моя ему помешала, он ей сигналит, поэтому они не уезжают сразу. Все делаем, все по плану, все вроде бы рассказал, такого ничего необычного нету, сейчас потом зайдем, ресурсы посмотрим, еще и все. Я обычно по ходу дела, когда вот 10 или там 15 раз бегал, сразу ресурсы здесь поправлял. Хотя я могу и сейчас вам показать, вот смотрите, ресурсы, да? Видите, вот там у меня по деньгам мало. Я деньги стараюсь сразу поправлять продажи ресурсов. Потому что мы сейчас побежим на второе задание. Как говорится, вторая часть у нас будет. О, обнаружен противник. Вот видите, я беру вот так вот, раз. И все, там я соберу и горючку, соберу и ценные металлы, все. Ну, желательно, чтобы у вас денежки здесь были полные, потому что когда вы с флешки включите сеть, у вас прилетит недостача денег. Желательно, чтобы она полная будет, когда вы там нафармите уже с флешки, то... И смотрите, я сказал как. Что, допустим, вы же не знаете, там закончились у вас машины, она до одной будет прилетать, до последней. Там 40 штук нафармили, и оно уж будет до одной штуки у вас фармиться.
Так что имейте это в виду. А там сейчас, если полетим в аэропорт Брага, там еще плюс в том, что там и волкеры есть, и зенитки, и все вы это можете фармить, и все это у вас будет потом удваиваться. Но это я его уберу, чтобы он не мешал просто. Все. Грубо говоря, мы это сделали 10 раз. Ну, пускай 20, это у кого сколько терпения хватит. Также здесь, видите, растения есть, поэтому все это можете. Все, контрольную точку сделали. И возвращаемся. Начать задание заново. Но я его не буду начинать заново. Это чтобы опять по кругу идти. Я делаю отмену и лечу. А, хотя вы знаете что? Я могу просто выбрать другое задание. Я вот так вот сделаю. Давайте. Выбираю побочку. Заходим в побочное задание на англо-заирской границе. Здесь я выбираю, вот, смотрите, видите, вот Брага у меня аэропорт, вот он. Мне надо поближе задание выбрать, ну, чтобы здесь высадиться недалеко. Буду делать его через побочку. Почему через побочку, сейчас вам объясню. А что у меня тут? А у меня тут вообще, опа, видите, все задания сделаны, это не то, что у меня в первом профиле, все нормально. А где я тут и высадиться не могу? Вот это косячок. Полный косячок, я вам честно скажу. Вот они все побочные задания. И здесь я нигде не смогу высадиться, странно. Я давно просто сюда не заходил, но бывает вот такое разочарование. Они у меня здесь все выполнены. Странненько. Вот этого косячка я не предусмотрел. Но, сейчас я еще посмотрю, может быть из-за того, что я... Давайте я вернусь... обратно на ВВЦ, попытаюсь оттуда зайти. Но если не получится, не получится. Значит, будет вот это одно задание, а потом уже буду скидывать другое. Просто в моем первом профиле я немножко неправильно сделал и своровал контейнеры. Машины у меня остались, а я хотел и контейнеры показать, как что, чтобы они оставались на месте. Они у меня исчезли, там несколько заданий надо пройти, чтобы они у меня вновь появились. Сейчас попробую через ВВ-центр, как говорится, зайти. Все делать так же. То есть, вот, короче, вы закончили это задание. На флешку это все скинули, вышли отсюда, то есть. Потом, когда скинули на флешку, включаете сеть и заходите в испытание охраны. То есть, задание ПБ, в испытание охраны. Ничего не сохраняйтесь, пускай у вас уже полные ресурсы. Зашли в испытание охраны. Выбираете любой профиль. У меня сейчас, видите, у меня база заблокирована. Любой профиль, который самый простой. Ну и раза 4-5 просто побегайте. Вам плюс будет героизм засчитываться, плюс очки засчитываться. Так, раза 4-5 побегали. Взяли опять, с флешки опять скинули. Оно автоматически будет удваиваться у вас. То есть смотрите вот здесь свои ресурсы, кому как удобней, что у вас идет прибавление машин. Все, и вот так вот делаете до тех пор, пока у вас не закончится прибавление машин. Вы здесь вот посмотрели, да, отметили, было 597, допустим, стало там 598, там, или сразу 600 с чем-то, но это зависит от того, сколько вы, 40, 120, 240 там машин насобираете. И вот здесь будете смотреть прибавление. Ну, вот это вот, надо было вот по этим бару вот этому смотреть. И по вот этому... АПД, да, или как он наживается. Потому что, хотя этот мог быть автомобиль. Ну, я что-то не обратил внимания. Этот я точно помню, грузовичок. Вот будете смотреть по этим грузовичку и по другим. Все, и будете знать, что у вас идет прибавление. Все, до конца пока не прибавляете, вы ничего не сохраняетесь. Здесь у вас ресурсы спокойно идут. То есть и деньги будете зарабатывать еще в этом, когда будете в испытание охраны заходить. И так делайте до конца. Ну-ка, не забыли, что уже когда начнете фармить, видите, у меня сейчас тут не хватает, это я хотел в Браге просто все пополнить. Они пополнятся, эти ресурсы, я даже сейчас еще и здесь могу. За то, что, ну, видите, там 2 или сколько? 200. Все, я за это не парюсь, все вот это пополнится. Сейчас я еще раз просто посмотрю. Отсюда я смогу зайти, может быть, мне надо было... Ну, что-то мне, честно говоря... Нет, смотрите, появилось... Появилась англо-израильская. Да, а почему я думал, хотел обмануть
А оно не вышло. Вот он, видите, Новобрага. Сейчас мы туда пойдем. Сейчас я ищу поближе задание. Короче, надо было выйти. Ну, ничего страшного. Все. Ну, по очереди лучше делать вот это первое задание, которое я сделал. А потом уже бегайте, прыгайте. Ну что, почему я захожу через побочное задание? Все мы делаем по тому же принципу, что и делали. Я вот сюда даже поближе падать могу. Не обязательно вот эту побочку делать. Там вот я ее выбрал, да? Можно и поближе было выбрать, если она у меня есть. Должна быть там где-то вот тут, нет? Так, это у нас что? Нет, Брага далековато. Вы можете выбрать, а приземлиться в другом месте, честно говоря. Это не столь важно. Ну, давайте я уже то 70, какое там оно было. 71. Вот смотрите, допустим, я его выбираю, а сам могу вот здесь приземлиться. Все. Так, все сделали, оружие выбрали. Смотрим все сначала, как это было. Сеть отключили, как обычно. Ну и погнали. Ну, опять я день беру. Это вы же когда... Вы можете даже эти два задания сразу делать. Все так же, только делайте. Ну, чтобы если кто устанет, я поэтому по очереди говорю. Можете и там нафармить. Сейчас я это делаю для тех, кто будет сразу два задания делать. Кто там нафармил, и здесь еще себе добавит контейнеры. И все сделает красиво и правильно. В общем, получается два в одном. Сколько у нас по времени? По времени 21 минута. Ну, ладно, ничего страшного. Еще минут 10. Надеюсь, если все пойдет так, как я хочу. И из-за чего я брал вон ту снайперскую винтовку. Я вам сейчас покажу. Здесь, в принципе, вот это с глушителем не надо уже. Здесь вы практически никого убивать не будете. Здесь еще будет три машины. Я сюда спрыгнул из-за трех машин и из-за контейнеров. Все. Вот он у нас аэропорт Брага. Ну, пока летите, чтобы не скучно было, можете перезарядить оружие, дозарядить его. Лишь бы меня за эту музыку тут, у меня в вертолете музыка играет. Так вот, почему я взял здесь винтовочку и почему иду сюда через побочку. Для того, чтобы уничтожить трансформаторы. Когда вы трансформаторы здесь уничтожите, то есть вам будет проще, у вас не будут работать видеокамеры не будут работать. И свет будет отключен. Поэтому я делаю. Сейчас можете сразу там себе двери раскурочить, еще что-то. Вот ресурсики, видите, тут стоят. Это я чуть с другой стороны зашел. Двери можете просто вынести. Вот так вот. Это мы вышли с другой стороны. Но я уничтожаю просто ресурсы, чтобы они уже нам не мешались. Так я начинаю. Стою вон стороны. Ну давайте, чтобы не мучиться, я вот здесь вот пролезу быстренько. Да ё-моё, присядь же ты, мать твою. А чё я спешу, вы не знаете? Ну давай задом полезем, сейчас он перевернется. Я же ПТ еще взял, я тоже переживаю, чтобы у меня скоростная система типа не закончилась. Вот там, кстати, стояла машина, я вам не показал. А, точно, давайте покажу, сорян, масорян. Может, а мы тоже сюда пойдем потом. На конечном этапе. Вы можете и с другой стороны забежать, не важно. Вам главное сейчас... Вон, там вот машинка стоит. Сейчас ее, кстати, нету. Она появится у вас вот там вот будет стоять. Вот здесь будет стоять машинка. Она появится именно, когда мы перейдем на миссию. Вот здесь он лучше бы он быстрее ползал. Не стало просто бегать, оббегать другие двери. Вон, караульные сидят. Потому что сейчас здесь и волкеров, кажется, не должно быть. Их мы тоже будем фармить. Ну, я еще раз говорю, где-то я, может быть, промахнулся, если что, имейте в виду. Просто в том задании я вот так вот накосячил, позабирал вот это все, и все, оно ушло. Вот они, контейнеры. Вот здесь тоже будет еще одна машинка вот тут стоять.
Погнали, уничтожаем трансформаторы. Вот они, все ресурсы тоже, которые мы будем деньги пополнять. Это мы сейчас все будем тырить, и у нас будет это все возвращаться. И вон та вот машина, что стоит, она будет не здесь стоять, она будет вот там стоять. Сейчас вы все это увидите. Я пока бегу к трансформаторам. Открываю сразу двери, чтобы не мудохаться. И еще кое-что покажу. Открываю двери вот таким способом, как раз с помощью, чтобы не тратить время. И вот они у нас здесь, трансформаторы. Вот это здесь будут везде камеры стоять, и они будут потухшие. Вот так вот легко уничтожаются у них двери. Не надо мучиться. Вот и все. Трансформаторные емкости, как говорится, все, мы все уничтожили. О-о. Чуть не это. Вот, видите, ПТ включаю, пока у меня маскировочная заряжается. Все. Что дальше? Вот там у нас стоят три контейнера с ценными ресурсами. То есть везде здесь будут камеры, вот эти вот, свет будет вам мешать, потому что он там будет сидеть снайпера и за вами наблюдать. А он самая классная цель. Контейнеры с ресурсами. Вот поэтому я сразу здесь уничтожаю двери. Вот здесь вот тоже будет, я не помню, появится, нет, можно и вот так вот сделать, чтобы они вам не мешали. На всякий случай двери открываю, чтобы потом сюда не забегать. Ну, как запасной вариант. Все, все вроде уничтожили. Я не знаю, вот эти появятся. Что это он не хочет падать? О, я ж помню, что должен упасть. У меня ПТ уже зарядилось. Можно заранее, они могут появиться, я уже не скажу честно, появятся или нет. Просто, чтобы вам не мешали, не светили, как говорится, если вдруг что-то пойдет не так. Все, ладно, полетели отсюда. Выходим. Теперь мы выходим из побочного и здесь же забираем миссию. Все. Можно и ПТ отключить, ничего страшного. Все, теперь я захожу в миссию. Итак, вот так, где мы находимся. Быстро по карте, чтобы не спешил. Вот она, брага наша. И мы заходим в миссию. Список миссий. Я не спеша делаю. Тогда мы с вами заходили. Это, кажется, у нас сейчас будет 21-я миссия. Там мы заходили в спасение разведчиков 17-я. А это будет у нас военная экономика. Все, нажимаем военную экономику. Окей, принимаем задание. Вон там у нас ящичек вывалился. Побежали к этому ящику. Наше дело главное, чтобы посмотреть, что трансформаторы уничтожены. Если они не уничтожились, это тоже не проблема. Если будет свет гореть, они в принципе сильно не мешают, так как вы в маскировке и все нормально. Сейчас мы будем принимать это задание. То есть опять это все объяснил, у кого Снейк, у кого не Снейк, у кого Райден. Я выбрал тех, кто бегает. Хоть спортсмен будет, хоть у вас даже ниндзя не будет. Конечно, с маскировочной системой будет более приятней. Все, побежали фармить машины, а там еще плюс ко всему, кто что хочет фармит. И волкеров, и зенитки, и пулеметы там будут. Ну, я, наверное, это пропускаю. Нажимаем тапик. Все. Эпизод «Военная экономика». Погнали. Перед этим, смотрите, я еще что сделал. Я на всякий случай ресурсики посмотрю, что там как. Потратились, не потратились, чтобы вам показать. Ну, это я обычно так пробежал там несколько раз, посмотрел, ресурсы скинул. Пока вы бегаете, они у вас возобновились. И все будет хорошечно, так как контейнеры будут постоянно появляться. Всю эту процедуру потом уже, как обычно, на флешку все скидываете. И, как я показал, испытание охраны и вперед. Так, захожу в ресурсы, смотрим. Допустим, у меня сейчас машины будут, да? Кто хочет, запоминайте. Так, видите, здесь у меня не хватает обычных, там еще что-то. Все это фигня, они сейчас здесь все пополнятся. По машинам, давайте, что у нас здесь? Скорее всего, будет ЗАЗ, да, 597. И будет вот этот, да, у нас Зигра. 148, 597, 148. Сейчас я пошел фармить машинки. Задание у нас принято, но мы его не делаем до конца. Смотрите, не вздумайте. Выберите, что надо, что вам надо, что хотите, и вперед. И я фарману, конечно же, ресурсы, потому что так, вот здесь у нас машинка.
должна стоять. Интересно, дверь будет открыта? Да, дверь открыта. Вот она, первая машина. Все, забираю. Погнал. Вот здесь камера. Все, не работает. Все у нас отлично получилось. Трансформаторы не подключились. Света, кто захочет ночью, не будет. Я бегу сразу, забираю контейнеры с ценными металлами. Ну, можно всем, можно не всем. Мне, в принципе, все не нужны. Это так, показательно. Кто хочет, все фармим так же. Все контейнеры, все останется. Это я, чтобы окупить свое оружие. Ну, давайте все сейчас сделаю, чтобы вы понимали. А там уже пускай разработочка идет. Все. Смотрите, начались вон волкеры. Если кому надо, ну, покажу. Я не буду все их фармить. Я так вам покажу, как по-тихому. Все. Он вам больше не может не убивать. Просто вот так таким макаром фармите волкеры, там что вам надо. Вот они, солдатики тут бегают, они вам тоже нахрен не нужны. Вот он, допустим, волкер. Я их не убиваю. Подошел, они слезли спокойно. Чтобы в холостую. Вы же, у вас же тоже будет. Вот видите, вот стоит пулемет, зенитка. Ну, наша основная цель это. Ну, волкер, ладно, можно еще. Наша основная цель — это машина. Вот они, ресурсы стоят. Вон еще там волкер. А, все-таки здесь вот эти машины были. Это тоже Африка. Точно, я не угадал. Не по тем засек. Ну, там увидите, там ничего страшного нету. Чтобы просто волкеры вам не мешали. Все, и все это у вас фарм идет. Также здесь спокойненько я забираю ресурсы, пополню. И побегу сейчас за теми ресурсами. Тогда зайдем еще раз, запомним машинки. Видите, у меня сейчас маскировочная будет заканчиваться. Я переключусь на ПТ. Чтобы спокойно еще своровать другую машину. Ну, как бы затраты тоже идут у нас на эвакуацию. Но здесь вы набегаете столько, что все ресурсы у вас восстановятся. Так что за это можете даже не переживать. Я даже не помню, мне вот эти ресурсы и не нужны были, если честно. Да, отойди. То сейчас еще и тебя эвакуирую. Все, я так просто показываю вам, по сути. А сейчас, в следующий раз, сейчас побегу, я не вот я уже могу ПТ переключить. Чтобы у меня заряжалось маскировочно. Все, побежали на ту сторону. Все, никого в основном не трогаем. Это же у нас цель была по фарму машин. А заодно у кого чего еще не хватает, спокойненько тоже забираете. Все у нас вышло, я по трансформаторам переживал, поэтому мы их разбили. Вот она еще машинка стоит. Вот такая у нас машинка. Короче, я не по тем машинкам запомнил. Ну, еще раз сделаем. Все, могу уже маскировочно подключить. Она у меня зарядилась. И фармите сколько вашей душе удобно. Делайте это все. Ну, давай, что ты, ну, начинаешь. Мы тут нормально же общались, блин. Паришь вечно. Все, и побежали на контрольную точку. Контрольная точка будет с другой стороны. Ну, то есть я обычно сюда бегаю, здесь по прямой просто побежали, и не это, не парьтесь. Там до камня добежали, у вас будет сохранение. И вы просто делаете отмену задания. Давайте посмотрим, сейчас зайдем в ресурсы, чтобы не забыть. Все, вот она, контрольная точка сделана, вот она прилетела к нам, все, внедорожники, вся эта вот, Walker Gear, Walker и так. Давайте смотрим ресурсы. Что по ресурсам? Видите, у меня и по деньгам чуть это я буду. Видите, здесь уже поправлю. Смотрите, все, полные ресурсы. Я, в принципе, могу даже ничего не фармить. Но покажу для вас. Я делаю тот же самый макаром. Оп, пополнил и все. Горючку. Все, ресурсы у меня полные стали. Ясно, да? Теперь по машинам смотрим еще раз. Значит, у нас были не УАЗики, а у нас было вот это вот. Шляпа Айпа, или как она, 689, и вот это было, правильно, я думал, вот это будет.
и 648. 689, 648. Не факт, что я запомнил. Ладно, теперь делаем что? Делаем начать задание заново. Вот и все, не отмену задания. Это мы там делали отмену задания. Нет, я вру. Это мы в первой части делали начать задание заново. А здесь делаем отмену задания. Все, вот это я сам тоже было первое время парился. Теперь нас куда перекинет? Ну это да, придется чуть попариться, но ничего страшного. Так, 35 минут, ну ладно, еще разочек. Сейчас смотрим, куда нас выкинет. Давай, давай, грузись быстрее, что ты такой долгий. Все, опять к ящику, все, опять что мы делаем? Заходим, список миссий, выбираем нашу 21-ю миссию, военная экономика. Все, погнали. Подошли к ящику. И погнали. А я уже по машинам забыл. В общем, сами посмотрите. Так они прибавятся. Там надо было эти мелкие машинки запомнить. Легковушки. И все. То есть здесь на этой площади, смотрите, я вам еще раз по карте покажу. Тут до хрена растений. Ну, кто будет заморачиваться, прям на день засядет, то тут можете и ботаника брать. Только с быстрой формой, как говорится, Райдена, ниндзю. Чтобы ботаникам пособирать еще ресурсы, травушку-муравушку пофармить. Вот. Смотрите, я покажу. Видите, тут сколько? Вот это вы все можете собирать. Отметили. Тут полынь, тут всякая вот это, африканский персик. Все, тут уже сами смотрите, что вам надо. Да и тут вообще везде можете бегать. Так, все, погнали дальше опять. Все, заморачиваться не буду. Вот это я сейчас сделаю. И на этом закончим. А то уже получится у нас по 45 минут где-то видос. Тут уже выбираете, как вам быстрее бегать, чтобы не прыгать, вот эта задержка времени или еще как-то. Я как бы пристрелялся, у меня все чики-пуки, как говорится. Все. Смотрите, не забывайте, тут еще мины есть. Все, врубаю я ПТ. Фу, да что ж я ПТ, маскировочную. Вот она, машина как стояла на месте, так и стоит. Все. Я ее забрал, можно побежать сразу сюда. Вон они все контейнеры на месте. Могу сразу здесь контейнеры забрать. Я даже не буду другие контейнеры воровать. Я сворую только вот горючку, так как я горючку использовал. Все, это я вам просто показываю. Вот они все на месте, все контейнеры. Все, побежали, покажу вам, что на месте ценные металлы. Так там, сука, я не помню, через 13 или через 19 минут, или раньше там, когда без сети. Это не забывайте, что мы играем, вы играете без сети. Это я с сетью специально, чтобы показать вам, сколько чего и как заходить в испытание охраны. Мне, в принципе, этот контейнер один я так хапанул, он мне не нужен. Волкеров я тоже брать не буду. Все, вы сами бегаете, все делаете. Все, вот они, все контейнеры на месте. А вам они идут в плюс на флешечку. Прибавляется. Все, побежали за машинками. Не буду я волкер трогать. Волкер, волкер. И собака, и зайца. Не буду, короче. Все, вам показал. Вон там наверху минометы еще есть. Где вот эти вот типки стоят. Можете туда еще минометы хапануть. Ну, когда сильно распыляешься, слишком как бы и времени занимает. Вот они, волкер. Вот, вот она, наша машинка. Все отлично. Ну, давайте здесь один по одному везде заберем. Все, здесь я показываю чисто, что сейчас все машины к вам придут. Не забываем на контрольную точку подбежать. Трансформатор мы вначале уничтожили. Все сделали как положено. В бой ввязываться вам не надо. Лишняя потеря времени. Видите, у меня даже практически хватило всей маскировочной системы. Все, погнали. Ну, заметно, я даже чуть замечаю, что все-таки с
этим, с райдером, чуть-чуть побыстрее. Но у меня такое ощущение, где-то есть видео там по скорости. Сравнение делали Ниндзю, Райдена. Так, главное сейчас мне вот конечные этапы не забыть вам подсказать. Что сделать. Все, контрольную точку пробежали. Вот все, что мне прилетело. Два внедорожника, машина Бор. Так, и что по ресурсам? Смотрим. Там что-то 689 было, да? Давайте в начале машины. Так, вот, видите? Все правильно, вот они, машинки мне прилетели. Вот эти вот пополнилось. Ну, там уже сами посмотрите, что и как. Здесь по ресурсам у меня, в принципе, все нормально. Это можно бегать и бегать бесконечно. Это у меня все восстановится. Мне больше ничего не надо. Все, вот так просто со временем здесь поправляйте. Знаете, какие ресурсы здесь брать. Да тут почти все, тут все ресурсы есть в этой браге. Вы можете со всех по чуть-чуть. Но чтобы не заморачиваться, я одни беру. Или берете просто ценные металлы. Чтобы вы не боялись, что у вас будут ценные металлы тратиться или еще. Я с флешки скину, у меня это все поправится. Вот, 498 GMP у меня там. Нет, 4 миллиона 986. Но это я показываю вам в сети. Ну и без сети будет то же самое. Все, что мы делаем дальше? Опять. Отмена задания. Давай, давай, быстрее, крути педали. Что такое это долгий? Интернет или не интернет? Вот. Я там вначале как все рассказал, как что брать, как форму, как это оружие там. Это уже сами выбираете по тому количеству, которое... Все, я даже не буду начинать задание. Чтобы начать задание... Сами поняли, заходите в список миссий. Выбираете это 21 задание, и все у вас пошло. Главное, не забудьте те первые моменты через побочку сделать, уничтожить трансформаторы, ну кому как удобней. Ну и также просто без уничтожения трансформатора заходите через побочку. Дальше мы что делаем? Все, я заканчиваю. Я просто сейчас вернусь на ВВЦ. Все, если я закончил игру, я это все, у меня вот желтенький вот этот кружочек в правом углу пробежался, я все сохранил на флешку. После этого включаю сеть, захожу в игру опять, захожу в испытание охраны, выбираю самые легкие, 4-5 раза побегал и опять скидываю всю флешку. Это вы уже делаете в сети. И засекайте, как я и говорил, здесь у себя в ресурсах, какое количество вы насобираете машин, они будут у вас удваиваться. Как вот я показал, здесь посмотрели, засекли, у нас вот эти вот, вот эти машины, получается, у нас все в Африке, да? Вот, все. И больше вам не надо париться. По ресурсам я вроде тоже все объяснил. Еще раз показываю, что вот я уже в сети, если бы я начал играть. То есть я бы сейчас в испытаниях охраны просто по палубе захватите базу, у вас будут и денежки прибавляться. GMP, денежки. Все, вот. Каратема, вот я знаю, что простецкая база. Вот такие базы. Заходите, пробежали 4-5. После этого вышли, опять с флешки скинули. Перепроверили, хотите в ресурсы зашли, хотите нет. Все, всем удачи и хорошего настроения. Задаем вопросы, не стесняемся. Канал Багроссо для наших. Что мог, кто показал, что вспомнил, что забыл. Сорян, масорян, как обычно. Всем приятной игры и удачи в охоте. И фарму тоже. Чао!